Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Сводные полки фронтов. Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта, Кёнигсберга, Вены, и кто водрузил знамя нашей победы над Берлином. Вести знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Трибуны заполняются гостями, депутатами Верховного Совета СССР, участниками юбилейных торжеств Академии наук, генералами, героями Советского Союза, мастерами искусства и литературы, стахановцами московских фабрик и заводов. Девять часов 55 минут утра. На трибуне Мавзолея товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Маршал Советского Союза Жуков обратился с речью к войскам Красной Армии, к рабочим, колхозникам, интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. «Отечественная война завершена», — сказал маршал Жуков. «Над фашистской Германией одержана победа, какой еще не знала история. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза Сталин». Thank you.
Славные победители пронесли мимо мавзолея свои боевые знамена, овеянные бессмертной славой многочисленных побед. Лучшие люди фронтов, летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы, русская пехота, потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага, били наверняка по всем правилам сталинской военной науки. Колонна военно-морского флота. Защитники Одессы, участники героической обороны Севастополя, города бессмертной славы. Балтийские комендоры, уничтожавшие немецкие дивизии у стен Ленинграда. Фронтовыми полками прошли части московского гарнизона. Thank you.
атаки открыли полки противовоздушной обороны. Грозные ночи первого этапа войны охраняли они священное небо Москвы. Советская артиллерия, лучшая артиллерия в мире. Это она сметала с лица земли долговременные линии железобетонных укреплений врага, повергла в прах форты Кёнигсберга, Преславу и Познани. Гул ее орудий навсегда запомнит поверженный Берлин. Которой не устояла хваленная немецкая техника. Демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина.